Самарские ательеры и рестораторы собрались, чтобы подвести итоги насыщенного года. В 2023 город только за 9 месяцев посетили уже более 1,5 миллиона туристов. Это уже больше, чем за весь прошлый год. А когда будут учтены результаты осенне-зимних месяцев, то цифра и вовсе может стать рекордной. Этому поспособствовали разнообразные туристические продукты, которые Самара предлагает своим гостям, ориентированные на самых разных туристов. Сфера туризма все больше и большее значение приобретает в экономике города. И не только нашего, и других городов. Создаются новые рабочие места. Отрасль растет на 60-65% в год. Динамика не снижается. Надеемся, что мы в этом направлении будем и дальше двигаться. Лучших в этой области награждали на традиционной городской премии «Самарское гостеприимство». Победителей назвали в 12 номинациях по 4 направлениям, среди которых отели, рестораны, туроператоры и турфирмы. Лауреатам вручали благодарственные письма и памятные медали, которые украсят стены заведений и покажут гостям, что здесь качество обслуживания оценили по достоинству. Прежде всего, это туристы должны, да, что их привлекает. И мы должны, как живой организм, под это также подстраиваться, этого чувствоваться, потому что, еще раз, там гостеприимство, мы всегда рады гостям, есть что показать. На мероприятии специалисты могли обсудить и тенденции прошедшего сезона. Так, представители гостинично-туристской ассоциации, которые также являются членами жюри премии, отмечают, что в этом году был высокий спрос на загородный отдых, поближе к природным красотам региона. У нас уже не первый год Самара начала себя позиционировать как город-курорт, и это название оправдывается. Летом у нас очень много туристов, которые пользуются ресурсами пляжными, Волги, и достаточно сложно стало забронировать места летом в отелях Самарской области. И именно поэтому сейчас идет волна строительства загородных отелей. Причем большое внимание уделяется модульным домам для того, чтобы строительство прошло в более сжатые сроки. Получив награды и подарки, ательеры и рестораторы снова вернутся к своей работе, чтобы поддерживать высокие стандарты обслуживания гостей, а также искать новые фишки, которые повлияют на решение туристов вновь посетить Самару. Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События.